Приветствую вас. Давайте мы с вами для начала ответим себе на вопрос такой. Сколько вам лет? Это первое. Второе. Давайте подумаем. Что может быть вредно? Ну, во-первых, вред – это привыкание. То есть вы можете привыкнуть, и потом девушкой вы уже не сможете заниматься полноценным сексом, потому что у вас будет определенный сценарий сексуального поведения, который не будет давать вам возможности, не будет давать вам адекватной возможности как-то вот реализовывать себя правильно, реализовывать себя верно, понимаете? Вот. Это, значит, то, что касается именно вреда, одного из видов вреда. Вот. Дальше, значит, у вас из-за этого пропадает мотивация знакомиться с девушками. Правильно? Наверное. То есть, нету какой-либо мотивации у вас знакомиться с девушкой. Зачем? Вы себя удовлетворяете полностью. Вот. Зачем вам знакомиться с девушкой, тогда, в этом случае? Наверное, не надо. Вот. Но вместе с этим знакомиться с девушками нужно. Потому что вы же не хотите всю жизнь быть одиноким, правильно? Наверное, нет. Значит, нужно знакомиться именно с девушками. Опять же, попробовал секс, реальный секс, а вы уже вряд ли захотите заниматься мастурбацией, потому что это совершенно несравнимые по ощущениям вещи. Вот. Значит, смотрите, другой момент может быть в том, что, допустим, вы не уверены в себе. Вы не уверены в себе, и именно из-за того, что вы в себе не уверены, вы не можете познакомиться с девушками. Вот. А не имея возможности познакомиться с девушками, у вас, естественно, не остается другого пути, кроме как удовлетворять себя самостоятельно. И это нормально в таком случае. Даже больше скажу, что необходимо это делать, если вы встречаетесь с девушками, потому что иначе вас просто будет распирать желание, и, соответственно, вам будет тяжелее выдерживать взаимодействие с ними, да? Вот. То есть это нужно. Что важно? Что важно? Важно то,
чтобы вы не делали этого, чтобы вы не удовлетворяли себя постоянно. Делайте это, когда уже вам не в моготу, когда у вас уже нет суперпрепара, да. Но не постоянно. Вот. Значит, ну, есть другие активные формы физических упражнений, которые снизят вашу либидо. Физкультура, работа, усталость, значит, новые впечатления и так далее. Это обязательно, вот. Ну, опять же, нужно работать над собой, да, тренироваться, чтобы, соответственно, чтобы что? Чтобы нравиться тем же девушкам. Вот. Вы же хотите, да, им нравится. Вы же хотите, да, чтобы, ну, чтобы вы пользовались успехом у них. Ну, значит, для этого нужно что-то делать. Вот как раз физкультура, хорошее тело, здоровье, это то, что вы делаете. А самоудовлетворение постоянно, это вам идет не на пользу. Вот. То есть исходить нужно из чего? Для чего вы делаете то, что делаете? От есть желание. Как лучше удовлетворять это желание? Наверное, все-таки живым партнером. А что нужно, чтобы был живой партнер? Какие блоки у вас, препятствия стоят на пути к этому? Вот об этом нужно подумать. И подумать, вы можете эти блоки убрать с помощью психолога, например. Я прочитал ваш предыдущий вопрос по поводу фетиша. Вот, по поводу фетиша. Могу сказать, что, опять же, проматично, в этом ничего нет. Если вам это нравится, если вас это возбуждает, если вы никому не вредите, это, ну, не вредите другим людям, то какие могут быть проблемы? Никаких. Главное найти такую девушку, которая разделяла бы ваш взгляд, которая, ну, тоже получала бы удовольствие от ваших предпочтений, и все. И такие девочки есть, поверьте мне. Надо их найти. Вот. Ну а вопрос того, как вы ищете женщин, как вы выстраиваете с ними взаимодействие, это вопрос уже другой. Вот. То есть воздерживаться нужно только замещая, но в определенной степени. То есть не нужно замещать это, значит, как-то вот постоянно. Постоянно замещать не нужно. Именно постоянно. Если вы делаете это, если вы хотите этого, то, соответственно, ну, имеет смысл, чтобы вы, безусловно, себя удовлетворяли, вот, но чтобы делали это просто-напросто в меру. С этого нужно делать в меру. И все. И проблем никаких, я думаю, не будет. Но я не думаю даже, а уверен, что не будет никаких проблем у вас. Для этого требуется, определенные решения. Да, для этого требуются определенные, ну, модели поведенческие. Вот. Вот, в принципе, это то, что, наверное, можно вам ответить. То есть в самом по себе она не изменяет ничего плохого. Вот. Плохо только если вы, значит, делаете это бесконтрольно, совершенно. Вот. Это действительно плохо. А так, значит,
Поддерживаться от него не нужно. Ну, по крайней мере, если это во вред вам, если это именно во вред вам, то не нужно. Не нужно этого делать. И обязательно подумайте над тем, чтобы как-то значит, найти себе партнера. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.